Лёш, а ты можешь мне дать ключ от чердака в шестом доме? Да, хорошо. Мы сегодня там хату шмонали одного мужика. Он банкомат хлопнул. Так вот я подумала, может, он эту кассету на чердак спрятал? Я же сказал, что да. Завтра только, хорошо? Давай спать. Ладно. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочешь жить, умей крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочешь жить, умей вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Ну? Мне Тамара рассказала, что они типа поймали, который банкомат скрыл. А кассету с деньгами в шестом доме на чердаке спрятал. Можно пойти забрать. Про нее никто не знает. Ты че, опять? Давай сходим, заберем. Вон, в квартире ремонт сделаешь. Женек, такой шанс раз в жизни выпадает. Тебя жизнь вообще ничему не учит. Жень, ты вообще дебил? Ну так же ты чё? Илюша прав насчет ремонта, давно пора. У нас штукатурка в чай сыплется, ты от денег отказываешься? Да меня ж посадят. Мне зуб доделать надо. У меня у мамы давление скачет, ее в клинику пора везти. Опять же, считай, ипотека, ему, видишь ли, денег не надо. Встал, пошел. Женя сказал, встал и пошел, быстро. И без денег, чтоб не приходил. Давай, лезь. Открой кассету. Чего это не заводится-то? Давай доедем, да откроем. Да ты проверь, вообще там деньги есть или нет. Ох, да хорош, сейчас до гаража доедем, да вскроем ее. Женя, просто покажи мне деньги. Ладно, не нервничай. Слушай, тут пломба. Отрывай ее. Отрывать? Да. Ничего не дадут. Максимум условка. И то у меня адвокат хороший есть. Одноклассник бывший. Может, вообще чистыми выйдем. Жека, сидим. Жека, сидим и не выходим. Понял? Надо сдаваться. Нет. Сейчас, Женечек, подожди. У вас все в порядке? А? У вас все нормально? У нас, да. Да, да. А? Все хорошо. Можете машину отогнать? Нам проехать нужно. Да, сейчас отгоним. У нас просто тут это, свечи залило. Сейчас уберем. Женечка,
Надо толкнуть машину. Толкнуть? Да. Ага. Толкнешь? Да. Без паники. Спокойно. Хорошо. Все хорошо? Да. Ага. Рассказывай давай. Какая наша доля? Сколько денег было? Еще красный жизнь. Где одежда? Леша тебя обманул, да? Подлец. Я знала, что он подлец. У тебя вообще все друзья подлецы. Любой дурак тебе вокруг пальца может обвести. Есть будешь? Где ходишь? 4:00 утра. Ты что такой красный? Это мы с Жекой в гараже сидели. Я что-то орехи поел там. Как начало меня высыпать, чешется. Аллергия, наверное. Леша, ты что мне заливаешь? Ты думаешь, я ничего не понимаю? Томочка, солнышко, прости, пожалуйста. Бес попутал, клянусь. Ну, что ты? Ну, выпил и выпил. Я же знаю, от чего тебе рожа краснеет. Ложись спать. Выпил. Ты, конечно, Томочка, у меня настоящий полицейский. Ничего от тебя не скроешь. Thank you.